Всем привет! Как вы думаете, где я? Правильно, это Оби. Как я только снимать видео, так про вирусную инфекцию рассказывают по рупору. Так, что у нас тут есть? 699 рублей. Не подходит. 379 рублей не подходит. 279 не подходит. 199 рублей. Очень-очень плохая. Прям даже я, может быть, не спасу. Так. Так, тут забыли уценить, походу. Ужас, ужас. Это вообще уже все идет к тому, чтобы корни наращивать. Все засушено. Ужасно. Здесь цены вообще никакой нет. Ой, ни до, ни после. Сколько стоит? Вообще нету ничего. Да, сегодня что-то... Что-то сегодня... Как-то... Он еще стоит до сих пор, помните? Прошлое видео. Бедняжка. Ну его можно в суп уже, он, собственно, уже готов. Сушить не надо. Так, это что такое? Какое-то супер растение у них тут. Только горшочек хороший остался. Так, 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 что-то там еще наверху есть. Какие-то орхидеечки. Забыли уценить. Тут забыли. А, это еще они не уценили. Эти еще они не уценили. Так, это что? Это кандидаты на уценку, похоже. Помните, мы с вами смотрели, она еще хорошая была. Ее так никто и не купил. На кота, которая похожа. Точно, это ж она, наверное. Да, желтенькая у основания. Никто не взял ее за 400, за 500 почти рублей. Амарилис написано. Угу, 600 рублей. Вон там желтенькая, классная. Но ее никто еще не уценил. И она, конечно же, без корней. Но я взяла такую бы желтенькую. Никто еще, никто не уценил. Желтенькая где-то там. Но это еще не готовая оценка, к сожалению. Смотрите, готовится к оценке. Миники, которые были, когда я приезжала в прошлый раз, они все завяли. Сейчас они их всех уценят. Когда это будет только? Непонятно. Не, они не уценены. Не повезло, называется. Горшочки. Че, на красоту посмотрим? Красотенскую. Супер! Это все белый, белый, белый. О, так они и стоят, походу. Наверное,
расставили те, что были на тележечках, когда я смотрела в прошлый раз. Теперь они все здесь стоят. Свежих, наверное, привезли. Те, что были в прошлый раз, они все завявшие, конечно, стоят, высохшие. Красивенькая вообще, какая желтенькая. Я на желтый какая, я падкая на желтый-то. Прям вообще... Четыреста или 99, или 69, непонятно. Да. Так, эти 599, ну, они так и стоят. Вот я, помните, снимала. Я даже помню, что я именно заостряла внимание вот на этой орхидее. То есть пока ничего не изменилось. Ну, не скупили, так скажем. Если бы они за 350 стояли, я думаю, что их бы смели. А так, конечно... Ой. Ой, какая. Интересная, да, какая? В принципе, купить есть что, и это уже радует. О, желтый это что-то, конечно. Красота. Зефирка прямо, зефирка. Такая бледно-розовенькая. Бедняжечки отцветают тоже уже вот эти. Наверное, вот я думаю, что я таких вот две купила одинаковых. Точно, наверное, похоже на них. Потому что желтые, они были в других горшочках. А вот розовенькие, совершенно другие были горшки. В общем, с орхидеями все ясно. Все оценки, которые мне бы понравились, они еще не оценены. Вот. Да, даже те, которые там стоят, они тоже без ценников. Там парочка только с ценниками, остальные почему-то без ценников. И спросить не у кого, хочу вам сказать. Никого нету. Поэтому вот смотрите, какие красивые цветочки, как они называются, бальзамины. Обалденные вообще, розочками цветут, разными. Потом там он еще какие-то, не знаю, как называется. Это все для дачи в кашпо. Ценник не вижу, нигде не висит. Сколько стоит, не знаю. Что-то там такое красивое. Ух, какая бегония. Обалденная. Красная. Так что вот, пойдемте посмотрим еще с вами рассаду.
Вдруг что-нибудь появилось новенькое. Ну, конечно, привезли. Смотрите, сколько клубники. Много. Есть даже вот такие вот. По 6 штук. Так, ну что-то даже с ягодами. Так, тут надо смотреть очень внимательно на сорта. Какие. Да. Земляника Эльба. Эльба. Эльсан. Эльба, это я вам наврала. Эльсан. Эльсан, да. Не знаю, честно говоря, такой. Так. Посмотрим это что. То же самое. Но выглядит по-разному. Смотрите, либо так, либо вот так. Вот это уже похоже на усы. Вот такое я больше брать не буду никогда, потому что они на следующий год уже не какущие. Надо все-таки брать вот такие маленькие, молоденькие кустики. Так, вот Эль Санта тоже. Так, сейчас посмотрим, сколько они стоят. Не написано тут нигде. Где написано ценник? Не вижу. Так. Кукинская, что ли, ранняя гирлянда. Вимарина. Так, это все вимарина, вимарина. Так. А с этой стороны вон какие вообще малюсенькие. То есть, конечно, нужно гуглить, потому что я сортов так наизусть-то всех не знаю. Надо смотреть, что за ягода, как выглядит. Так, это гирлянда, гирлянда. В общем, вот три буквально сорта новых подвезли, кому надо. Помидорчики. Тоже уже скоро в неглиже будут у них. Надо скорее раскупать все. Капуста там. Что это? Вот это не знаю я. Огурцы даже, смотрите, какие насадили. Вообще много всего. О, целый ряд, смотрите. Красоты. Ух ты, какие. Ух ты, какие. Ой, сейчас понюхаю. А, пахнут сладенько так. Много, конечно, для огорода. Много навезли. Разные рассады. Но что-то она у них, честно говоря, какая-то вяленькая. Что-то потрогать-то вроде мокрая. Что-то подмерзло, может. Красота. Много, конечно. Ой, какая красота, смотрите. Смотрите, чудо какое. Расцветки, конечно, вообще. Ой, гвоздика какая. Какая красивая, да? Это вообще какой-то чудо-цветок. Посмотрите, что. Обалдеть. Что-то я таких даже и не видела никогда. Какие-то мини-подсолнухи. Интересные цветочки. Только что-то ценников я не вижу, если честно. Не знаю, вот как будто только привезли. Вот
надо ходить спрашивать. О, увидела, один ценник, 99 рублей. Это непонятно на что. То ли они все по 99, а, нет, петуни написано 99 рублей. Бархатцы, конечно, это вообще... Пахнут чуть-чуть. Вах! Супер! Смотрите, какие! Фига себе, большие какие цветы! Геранька! Ну, это вот, наверное, посадить в огороде много-много. И она потом таким ковром, конечно. Вау! Какие красивые! Нежные цветочки! Смотрите! На астры похожи! Такие, такая листва тонкая у них. С гортензией я завязала. Все, моя, походу, сдохла. Мне муж сказал, что это выглядит, говорит, она не очень. Поэтому все. Вот так приду в магазин, полюбуюсь. Слюнями подрызгаю. И пошла себе дальше. Мимо пошла. Мелкими шажочками. Чтобы, не дай бог, снова не купить. Ох, какая красота. Да, смотрите, обалдеть. Так, ну что, еще куда бы надо... Ой, какие огурцы-то большие, смотрите уже. Ой, уже с огурцами даже. Обалдеть. Такой пирос вижу. Сколько стоит-то? Не знаю, сколько стоит. Я так полагаю, что бесплатно. Слушайте, нигде ценники не висят. Не знаю. Гиппики, которые еще способны цвести. Так, это бальзамины, наверное. Да, бальзамины, смотрите, какие огромные. Ну, цикламенчики, конечно же, тоже уже отцветают, судя по лепесточкам. Ампельная клубника, но это для тех, кто все время на даче, конечно, за городом живет, чтобы ее поливать. Она, конечно, круто тоже смотрится, красивыми такими красными цветами цветет. Ну или белыми, вот это белая. Смотрите, какая елочка красивая. Красота, да? Все елочки, конечно, это песня отдельная. Вообще супер. Ой, это точно такая мягенькая. Ой, такая хорошенькая, прям вообще прямо. Еще бы они вот так росли бы, вот так сохранялись бы. А то замерзнут, то еще что-нибудь, то засохнут. Ну, как те, вон они, видите, какие подсохшие. Обалдеть. Релакс. Это релакс. О. Это что, кипарис, что ли? А, это туя. Похоже на кипарис. Красота какая. Так, ну что тут? Все завяло, да? Все завяло. Красота, которую я в прошлый раз снимала, все завяло. Так, что тут? Гортензия на распродаже одна стоит. Даже не буду смотреть, даже не буду. Все. Это тоже отцветает, я его в прошлый раз снимала. Хотите поржать? Он весь в тле. Смотрите. Видите, что творится? Его просто сожрала тля. Как вам это нравится?
что я там такое синенькое увидела. Смотрите. Какая красота. Ну, я знаю, это такие колокольчики. Вот, рассада георгина. Много, прям жирненький такой. Вот тут тоже клубничка у них стоит. Георгины опять. Георгинов навезли. Сколько стоит, не знаю. Напоследок решила вас еще порадовать. Хотела посмотреть цену. О, так стоит, что не вытащить. Это, наверное, GMP. Смотрите, какие пятнашечки. Классные. Красиво. Вот это мне прям понравилось. Свеженькая, наверное, привезли еще немножко GMP-шных. $899. Здесь 20 анос. Ну все, всем спасибо за внимание. Всем пока!